Осьминог бесконечности представляет афоризмы на тему мнения. Предрассудок – это не то, что отличается от вашего мнения. Предрассудок и есть ваше мнение. За каждым мнением стоит своя методология. Изучая мнение, начинаешь изучать абсолютно все, чем занимается человек. Вся Вселенная – это лишь мнение человека. Каждый понимает, что страшно открывать свое мнение там, где его не поддержат, ведь так мало мест, где можно не бояться уродства собственного мнения. Мнения управляют этим миром. Самая важная работа в области познания – это работа с человеком и его мнимостью. Все ошибки выдуманы людьми, и им же неприятно. Мы живем в космосе предрассудков. Смотря глазами разных людей, видишь разные миры или даже разные вселенные. Человек всегда может свести все многообразие мира под системку своих предрассудков. Ошибок не существует вне какого-либо мнения, и всегда найдется такое мнение, в котором ошибка становится верным путем. Нет недоказуемых позиций, есть ненаходчивые приверженцы. А мнящие, по большему счету, пытаются выставить своих соперников абсолютно безоружными. Мало кто признает достоинство своего врага. Ад – это другие мнения, человек без мнения – ничто. Человек может изменить мнение только под воздействием своих же наиболее фундаментальных мнений. Разум – прекрасное средство для защиты своих предрассудков. Настолько же просто, как герои книг делают правильные выводы друг о друге, мы делаем выводы ложные. Нет смысла бороться с предрассудками. Предрассудки прогрессируют быстрее, чем средства борьбы с ними. Они создают целые научные дисциплины, институты и университеты. Они собирают вокруг себя миллионы людей, готовых порицать тебя, ненавидеть, критиковать, а иногда и убить. Нет смысла бороться с мнениями. Мнение – суть человека. В той мере, в какой человек отрешился от мнений, он становится больше, чем человеком, природой, даосом, богом. Мнение почти всегда стремится доказать, что оно не мнение. Называет ли оно себя очевидностью, истиной, объективностью или практическим принципом, оно пытается поставить себя выше других мнений. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарии и смотри следующее видео.